Слушайте, сейчас в магазине. Посмотрите, какая красота. Merry Christmas. Какие тортики. Так, я все-таки возьму, наверное, из кукурузных. Мне кукурузные больше нравятся, вот этот кранч. Они прикольные. Так, я сегодня в Publix заехала. Мне нужно купить майонезик, барбекю соус. В общем, сейчас будет закупочка небольшая, совсем маленькая. Так, салфеточку протерли. Да что вы, дверь туда-сюда. О, у нас Merry Christmas. Здесь тоже елочки продают по $39. Так, букетики уже красивые есть. Вы смотрите, шарики. Красота. Тортики выставили, закусочки всякие. Сейчас вечеринки идут. Как раз самое то, вот красный бархат. Рулетики. Тоже интересно. С ягодкой. Цветов много. Очень много цветов завезли на праздник. Шариками все украсили. Вот здесь я нашла хлеб в Пабликсе. Они здесь пекут сами. У них есть булочки, похожие, как вот у меня на родине продавали. Может, продают сейчас тоже. И мы их очень любили. И мы их прям так здесь называем по-своему. Вот эти вот булочки, правда, без пудры. Простые вкусные булочки, обыкновенные. Вот. Но я сегодня хочу взять такой вот батон. Возьму такой батончик. Вот он похож тоже, в принципе, просто в плетенка получается. Так что Publix'е можно взять. А тесто на пиццу есть. Можно пиццу приготовить. Если хотите. Также пепперони, там колбаска будет в холодильнике лежать. Пончики сейчас будут продавать. Видите, все в красном таком цвете. Зеленым. Яркие все. Вот такие вот пончики. Вот и такие вот пончики есть. Возьму с белой глазурью. Вот как от этого отказаться? Ну, никак не откажешься. Вообще никак. О, смотрите. Посмотрите. Merry Christmas. Какой красивый. Какие тортики они сделали. Класс просто. Ну, красота же, да? Скажите. Ну, это есть невозможно, конечно. Но вот это вот возможно. Классные. Такой весь с ягодками. Ну, вот эти вот, ну, просто на столе они, конечно, очень красиво смотрятся. Ну, там даже снеговик есть. А вот еще, смотрите, мне нравится девчонкам, думаю, взять вот такой вот очень интересный имбирный домик. Посмотрите, $12 стоит, но он такой красивый. Прям красота. Там даже есть снеговик, елочка можно поставить, собрать. Вообще круто. Девчонкам на стол поставить. Класс. Я думаю, я, наверное, возьму такой имбирный домик праздничный. Мне очень нравится. Вот. Так, что еще у нас есть здесь интересное? Рыбка какая-то с Аляски. Треска замороженная. $24. Кстати, о фарше есть чёрки, есть куриный фарш. Я вот думаю, может, супчик какой-то сварить с фрикаделечками, с куриными. Вот, можно сделать, фаршик взять. Ой, господи. Вот есть вот такая вот. Возьмем фаршик. 6,19 он стоит, упаковочка. Здесь совсем немножко, но ничего, можно фрикадельчики сделать. Так, 22 декабря. Нормально, живем. Да, живем. Так, пленочка еще пищевая. Мне нужна одна упаковочка. Это самая дешевая пленка. 2,79 стоит. Так, еще сегодня я возьму рис. Атрика, наверное. Такой обыкновенный круглозерный рис. Здесь очень много риса. Так, я взяла вот 2 баночки вот этого майонеза от Green Vice. Знаете, такой классный майонез, как домашний. Очень классненький. 2 банки взяла, органические. Я вот сейчас хочу выбрать горчичку. И не знаю, какую. Представляете, сколько горчицы здесь. Глаза разбегаются постоянно у меня. Так, вот это что такое? Тоже какой-то майонезик.
какая-то фирма новая, не видела. Так, тартар соус. Так, нашла такую горчичку от Green Wise тоже, органическая. Так, и нужен барбекю соус, ну и кетчуп, наверное, тоже. Так, вот барбекю соус. Соус просто. Вот такой вот возьмем, обыкновенный. И кетчуп. У меня девчонки любят органический кетчуп. Если я его здесь найду, вот он. Вот этот кетчуп для них очень более-менее вкусный. Но он и органический, и по идее у него там состав... У него состав такой неплохой здесь. Хороший. Так, и хочу взять маленькую баночку пиклс. Мне нужно для гамбургеров. Вот какие-нибудь такие вот огурчики. Тут огурцов тоже на любой вкус и цвет. Вот есть кошерские, вот свит, сладкие, baby deals. Так, вот эти вот я возьму, наверное, гамбургер. Видите, написано для гамбургеров прям специально. Вот есть такой йогурт питьевой, strawberry. Нежирный, жидкий йогурт. Взять, что ли? Лауфат, протеин. Не знаю, может лучше кефирчику. Может лучше кефирчику жирненького. Так, это что-то какой-то поломанный. Да, возьмем кефирчик лучше. Так, и Артему, конечно, возьму тапиока пудинг, его любимый. И еще у меня Тимка любит тоже из этих пудингов. Вот эти вот шоколадные всякие вот есть, карамельные, надо взять попробовать. И, ну и все, наверное, я думаю, закончу на этом закупку. Хотя, знаете, я хотела вот взять, у меня тесто есть для такого пирога в банке, ну, в черри хочется, пирог с черри, сейчас посмотрим. А вот еще есть кренбери соус, уже готовый, уже готовенький есть. Можно просто разогреть. Представляете, ингредиенты тут тоже такие, в принципе, нормальные. Вот. Прикольно, можно взять уже готовенько, не варить. Из этой серии. А, такая желешечка. Я ни разу, так, мне самой лень делать. Надо попробовать такую взять, кондюшки. Так, у меня здесь сок есть, любимый девочек, как раз из этой же серии. То, что я и соус взяла от Ocean Spray, и есть с малинкой здесь. Где-то с малинкой должен быть. Ой, вообще не вижу. А, вот он с малинкой. Сейчас два возьмем. Можно, конечно, разных взять, но мне этот нравится. Вот это все-таки они больше пьют его с малиной. Так, еще возьмем сгущеночку. Так, не знаю, даже вот есть органическая сгущенка. Она очень такая прям густая, очень хорошая. И можно варенку еще взять. София любит что-то готовить, надо ей положить. А вот еще какой-то крем продается. Не знаю, что это такое, $3 стоит. Краджена здесь, конечно же. Так, сейчас здесь тоже посмотрю. Здесь нормальный состав. Так, в общем, я взяла еще вареную сгущенку, простую сгущенку. Хочу кокосовую водичку попить. Возьму себе водичку кокосовую. Смотрите, правильно я прочитала? Мексиканский какой-то соус, называется Валентина. Сальса. Знаете, у меня какая мысль пришла? Они приготовят ли мне тако? Так, тут 12 штук. По 2 штучки сделать нам. Так, а вот типа как из лепешечек каких-то. Тако сделать. Я взяла куриный фарш. Можно с куриным фаршем сделать. И у меня еще, кстати, авокадо есть. Можно с авокадо. Но нужно будет еще сметаночку взять. Точно. Точно. Сделаю-ка я тако. Вот видите, чикен есть приправа. Возьму приправу специальную. Вот, помидорки, лучок туда. И все, и салатик. У меня там дома есть, я нарежу салатик.
вообще будет класс. Так, нужно сходить за сметаной еще. Ну, здесь очень много всяких добавок еще есть к сальсе. Ой, к тако. А, зелененькое что-то. Но я сделаю просто с авокадо, с куриным фаршем и нафарширую. Вот эти нормальные, точно я их ни разу не брала, конечно. Так, я все-таки возьму, наверное, из кукурузных. А, мне кукурузные больше нравятся, вот этот кранч. Они прикольные, хрустящие. Возьмем, но кукурузным все-таки. Майонезик у нас есть, так что сейчас пойду сметанки возьму. Но я чуть не могу для пирога ничего найти. Вот, может быть, здесь вот на этой стойке будет что-то. Пока не вижу здесь всякие макароны. Так, подходим к сметане. Сейчас возьму сметану. Вот возьму, наверное, от Green Wise, я думаю, тоже греческий йогурт. А это вот есть sour cream. Она такая жирненькая, вкусненькая. Ну, как жирненькая такая, знаете, у нее консистенция классная. Не из порошка сделанная. Вот. И возьмем такую вот еще. Так, я еще купила же моркови много в Костко. И я хочу капустку заквасить немножко. Артемка любит капусту квашеную. Я вот думаю, надо сделать. Банки у меня дома есть. Органическая, кстати. Так, возьмем капусту. И еще помидорка осталась мне. И все. Так, ну все, закупку я закончу на этом. Все, иду домой. Сейчас посмотрю, насколько у меня сегодня выйдет. Расскажу вам. Так, все, сходила я на $136. Сейчас хотела фотографию сделать на превьюшку, чтобы, ну, видно было, что я в пабликсе была. Как бы это все равно, ну, надо, нужно показать на превью, и именно фотографию очень хорошо работает эта тема. Покупка, как говорится, снимок должен быть около магазина, либо в магазине. Ну, так правильно для Ютуба. И, короче говоря, хотела сфоткаться. Встала, тележку поставила и думаю, сейчас фотографию сделаю. В итоге девушка с пабликса, которая тележечки собирает, работник подходит и говорит: давайте я вам все загружу. В общем, все мне загрузило в машину. Ах, не смогла отказаться, потому что ей на самом деле нужна была тележка, она как раз тележки собирала. Ну, ладно. В общем, не будет у меня красивой фотографии на фоне магазина. Ну ладно, зато я красивая, буду себя показывать. Ладненько, все, увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что были со мной, и пока-пока.